Есть вещи, которые всегда остаются в тренде, как, например, длинные пушистые ресницы. Именно поэтому Академия Премиум Бьюти из года в год выпускает десятки лэшмейкеров. В плотном графике лекций и практик мастера бьюти-индустрии находят время и на отдых, и на развлечения. Но только вот неформальные встречи все равно получаются посвящены ресницам. У нас сегодня на самом деле очень насыщенный день. У нас сегодня проходит лэш-встреча. Такая лэш-встреча у нас планируется проходить ежегодно. Сегодня у нас будет официальная часть, это посвящение наших судей специализированных, которые специально проходили тренинг для того, чтобы судить качественно, справедливо и беспристрастно. Сегодня они вступают в статус действительных судей. Сегодня у нас небольшой перформанс, мы снимаем клип, пародируя очень известные песни. Шесть лет назад я встретилась как раз с этой школой первый раз, познакомилась. Вообще нашла случайно, скажем так, на просторах интернета. Ну, заманила, наверное, скажем так, их добродушность, что ли, простота, скажем так. Ну и, конечно же, отношение к своим ученикам – это, безусловно, просто поддержка колоссальная в любой ситуации. Всегда помогут и подскажут. Ну и поэтому по сей день, в принципе, я с ними каждый раз встречаюсь. Если я вижу, что работы красивые, я сразу иду в эту школу обучаться. Прошла, на самом деле, достаточно у них. Объемы, мегаобъемы, моделирование, сложное моделирование. Практикую все это. Теперь вот иду медленно, наверное, к своей цели, до хотя бы тренерства. Стать высококвалифицированным мастером – это еще не все, чего можно добиться. Следующий этап – судейство на конкурсах. Я Карпов Вячеслав. Я Елеша Ольга. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Быть беспристрастным и справедливым. Как велят мне долг судьи по наращиванию ресниц. И моя совесть. Ура! Доходишь до вершины, хочется что-то дальше развиваться. Поэтому решился выйти, так скажем, в лидеры, в судьи. Расти всегда надо куда-то, расти всегда, стремиться к каким-то новым высотам. Ну и вот, наверное, один из пиковых таких моментов – это обучение на судью. Причем очень интересно, что Академия Премиум Бьюти, она учит своих судей самостоятельно. То есть мы не именитые мастера, мы обычные там работяги, так скажем, которые в определенный момент, ну, решились на участие в конкурсе и заняли призовое место. И теперь мы будем судить девочек точно так же, как когда-то судили нас. Это очень сложно. Даже свои работы оценивать непревзято, просто очень тяжело. А тем более кого-то, кто знаешь, очень тяжело судить. В лэш-сфере главное найти своего наставника, который с трепетом и основательностью передаст свои знания. Мегаобъем – это когда используется на одну натуральную ресничку. От 4 и более искусственных ресниц с изгибом М. Данный изгиб появился достаточно недавно и на сегодняшний день занимает трендовые позиции в наращивании ресниц. При этом толщина искусственных ресниц является безопасной для натуральных ресничек и позволяет носить такие объемы, не повреждая натуральные ресницы. За гордость делиться своими знаниями, растить своих даже не преемников, а лэш-детки. Их так всегда называют, это мои детки, которыми я горжусь и победами которых я живу. Это сильный, умный человек, креативный. Она одухотворяет нас своими знаниями, обогащает. Хочется двигаться так же, как и она, вперед. Съемки клипа, мастер-класс по объемам и дружеское общение. Кажется, что все эти люди действительно как одна большая семья. А как известно, в такой атмосфере и поддержка колоссальная, и результаты работы самые лучшие.